кожа, как у кореянок, ни одной морщины. Возьмите промытый рис, 2 столовых ложки. Залейте теплой водой и настаивайте рис 2-3 часа. Процеживаем рис через сито. Получается рисовая вода. Рисовую воду переливаем в тару. И можно использовать каждый день как увлажняющее средство для лица. Также можно умываться этой водой. Сам рис перекладываем в блендер. И добавляем воду. Затем все перемалываем. Получается рисовое молоко. Всю смесь процеживаем. Также рисовым молоком можно умываться. Крупинки от риса можно добавлять в маски в качестве скраба для тела и лица. В сковородку выливаем рисовое молоко. И на медленном огне варим 1 минуту. Получается рисовый крем. Все переносим в баночку. Можно использовать такой крем в чистом виде. Также можно добавить витамин А и Е 5-7 капель. Затем любое косметическое масло. 1 чайную ложку. Все перемешиваем и можно использовать. Наносим крем на все лицо, шею, зону декольте. Использовать крем можно каждый день. Крем храним в холодильнике. Наносим на лицо на 30 минут, а затем смываем. Спасибо всем за внимание. Увидимся в следующих видео.